Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в X3 Рассвет Альбиона, и в прошлой серии мы посмотрели на небольшой флот из 5 мегалодонов. Ну, я пока еще осваиваюсь с управлением флота, пока мне много непонятно в его работе, и все идет не так, как надо зачастую, но сегодня еще мы поиграемся с ним, я думаю. И нам для того, чтобы дальше двигаться по сюжетке, нужно поднять по сюжетке этого теневого бизнеса, нам нужно поднять отношения у землян. Можно было бы, да, прыгнуть в, опять же, боевые сектора земные, поуничтожать там немного аргон, потом как-то у аргона поднять, ну, аргона проще поднять репутацию, чем у землян. Вот, но аргонцев уничтожать я не хочу. Большинство, наверное, 99% боевых заданий у землян будут, опять же, на истребление аргонцев. Этого я тоже делать не хочу. Я собрал дротика, пристыковал уже к мегалодону, выгрузил из основного нашего мегалодона огненные когти. Ну, пока без них поиграем. Дротик поставил на него систему жизнеобеспечения, может быть, не может быть, а в принципе должны поместиться туда пассажиры. Можно будет развозкой пассажиров заняться на дротике, если что, в земных секторах. Ну и мы сейчас тоже прыгаем к нашему флоту в ускользающих шпилях. Вот сюда. Прыжковый двигатель заряжен. А, стоп. 20. 30, надо 40, только будет... 50. Я, по-моему, забыл стыковочный компьютер для дротика поставить. Надо сейчас посмотреть будет. Проверить этот момент. Так. Все тут живы. Вроде пока все. Хорошо. Дротик, приказы, командная консоль, навигация, стыковаться с... Стыковочный у нас в гавани Королевы. Стыковка вот разрешена. Здесь. Команда принята. Так. Дротик. Дротик. Новый корабль, предназначенный для участия... Специальный сканер системы, да. Стыковочного не поставил на него. Ну и пока он летит, мы сейчас тоже полетаем. Тут круги понаматываем просто. Вроде бы все на него поставил, все, что можно. Ну, там, кроме щитов, особо ничего не поставишь. Оружия никого нет, ракет нет, ничего. Так. Все, тормозим. Посмотрим на наших мегалодонов, как они тут себя ведут. Ну, вроде да, вроде по центру Гаусс и эти иксом стоят, как я им прописал. Так-с. Лишь бы не суициднулись. Я даже, наверное, вот еще раз, пока мы тут просто сидим и смотрим, как они плещутся, я сохранюсь еще разочек. И посмотрим сейчас на дротика. Он уже в штаб-квартире Атрея. Отлично. Супер быстрый корабль и стыковочный компьютер. Тебе будет просто идеально поставить. Так, командная консоль, навигация, стыковаться с... Скользающие шпили, мегалодон, Гаусс. Так, все. И вот он. Быстро, однако. Я могу тоже стыковаться к Гауссу и полетим. Пока что буду использовать его как основной корабль. Попробуем еще полетать вот в составе флота. Посмотрим, как это будет работать или не будет это работать в итоге-то. Так, хорошо. Вот теперь надо еще разок сохраниться на всякий случай, потому что перед прыжком главное обязательно сохраняться перед прыжком. Я еще выставил всем моим кораблям экстренный прыжок при опускании щита до 30%, но вычитал в интернетах, что он не работает. Он есть, но он никогда нигде не работает, только на коммерческих агентах и на галактических, и на секторных торговцах он работает. Больше никак и нигде он не работает на других кораблях. Это очень прям печально. Ну или, то есть он может в теории работать, если...
на каком-либо корабле запустить галактического торговца, ну, торговца этого, как он называется, по вселенной, не вселенной, тут и секторного торговца для начала, да, мы запускаем, или коммерческого агента. И тогда этот экстренный прыжок будет работать. Но так как мы не можем запустить ни того, ни другого торговца на вот таких вот больших кораблях, то, увы, придется ручками заставлять сваливать наши крупные корабли куда-нибудь подальше, если щиты у них просядут. Вот. А проседают щиты, боже, насколько быстро щиты проседают, это просто кошмар. Хочется, конечно, чтобы щиты были гораздо толще. Ну ладно. Мы сейчас что делаем? Нам сказали, что на Черное Солнце идут нападения, да, и на Сигарис. В Черном Солнце мы видели целую кучу ксенонов. В Сигарисе давайте прыгнем, посмотрим. Но если их там целая куча, то я лучше, наверное, прыгну все-таки из вот этих вот врат. И посмотрим сейчас... 20, 30, 40, что из этого получится у нас? 60, 70, 80. Сразу будем 90, опускаться стараться или прыжок. Подниматься что-нибудь там делать будем. Опускаться, например, сразу вниз. Полный вперед и вниз. Вниз, а врата, по идее, удариться я не должен. Мегалодон выходит сразу из врат красиво. А вот дальше... Ух, смотрите, там... Что творится вообще? Жестко. Оп. Пришел первый. Так. Давай улетай. Давай куда-нибудь улетай. Я еще по-прежнему опускаюсь все дальше, глубже. Погружаемся, да? Как говорят бороны. И... Оп, пришел второй. И они выжили. Они не убились друг об друга, стоят друг в дружке. И не ломаются. Это победа. Это управление флотом. Это хорошо. Так, ждем. Третий ворвался. Тоже он живой. Мегалодон. Смотрите, они все живы. Включаем скорость тогда, раз такая пьянка. И еще один пришел. Фантастика. Так, кто-то рядом с нами пролетает где-то, я даже не знаю где. Что мы тормознули так. Надо теперь как-то заставить их разлететься в разные стороны. Давайте, давайте, давай. Боже, что творится. Просто какое-то безумие. Я уже вижу врагов. Все, вроде как разлетелись. Давайте теперь... так, автопилот, командная консоль, флот... Автопилот. Призыв к оружию. Так. Что у нас виднеется впереди? Целая куча мелочи летит к нам. Токио, Осака. Катана. Будут нам помогать. Пока что мы летим на автопилоте. Давайте посмотрим, как мы тут собираемся. Надо, чтобы они все развернулись в мою сторону. Красиво. Ну, построение даешь? Что-то не дают нам построение. Так. Тут рядышком с нами Осака. Это вроде Осака, да? Земной. Войска. Осака. Так. Автопилот отключен. Мне уже не нравится то, что мы тут слишком близко к ней. Давайте отлетим. И прикажем сейчас... Ксенонский. Кью. Оп, промазал. Всем моим кораблям в секторе атаковать мою команда цель. Принята. Попробуем так. Давайте с этими кьюшками разберемся. Наши корабли сейчас тоже подлетают. Надо будет только за ними внимательно смотреть.
Наконец-то мы вот в таких вот замесах теперь уже полноценно участвуем, да? Раньше мы только наблюдали. Теперь можем полноценно Ксенонский, участвовать. Кью. Ксенонский, Кью. Ксенонский, Кью. Вот, 8 километров до этого Кью. Правда, мне не нравится, как-то близко к этому подлетает. Мы сейчас будем попадать по... Мне не нравится. Кью. Ксенонский Кью. Давай. А, а нет, он того Кью на таран взял и живым остался даже. Я думал, все. Ну давайте, чтобы Friendly Fire не было по землянам, постараемся работать по другим кьюшкам. Ну наконец-то мы действительно участвуем в прям таких огромных замесах. Как там наши? Летят? Где они вообще все? Вон все сверху. О, да, смотрите, смотрите. Кто-то уже принялся постреливать. Это радует. Ксенонский. Этот ближе, давайте поэтому. Будем бомбить. Хорошо, дело пошло. А Осака... Не Осака, а этот Токио уже нету с нами, да, похоже? По-моему, они тоже гауссом стреляют, нет? Или у них там какие-то свои народ пушки земли интересные? Народ Земли благодарит вас за помощь в устранении этой угрозы. Ксенонский, Кью. О, тут Ксенонский, еще. Кью. Кукушечка одна. Земной. Еще живет Осака, смотрите, я даже удивлен немного. А вот Токио, наверное, уже нет. Дезинтегрирующая ракета. Грузовой отсек сейчас содержит ракета ОСА. Ракетами, видимо, кто-то сбил его. И нам ни репутации не перепало, ни боевого рейтинга с этого в итоге. Скорее всего. Замедлимся немного. Цель отсутствует. И, по-моему, не мы его добили. Так, куча мелких кораблей осталось. И летит Ксенонский Кей. Ксенонский. Мы, наверное, займемся сразу им. 20 километров, конечно, далековато, но... Ой, там еще сразу делегация. Но мы сразу полетим к большим ребятам, чтобы с мелочью со всей этой не возиться. Как там наш рейтинг? Надо посмотреть. 70. С 40, по-моему, до 70 поднялся или что-то около того. Мне вот интересно, когда мои союзные корабли, то есть, ну, мои корабли... уничтожают противников, отношения растут, рейтинг у меня боевой растет, а то пока непонятно как-то было. Какое-то время мне казалось, что растет, а потом казалось, что уже ничего не растет. Оп, так, по нам уже тоже стреляет. Мы ему бодренько сняли весь щит, а он только начал по нам стрелять. И давайте зарядим по нему как раз тоже вторым бортом сразу. Я надеюсь, что мои корабли там летят сюда, на подмогу. А то будет как-то не очень, если они не летят сюда. Да, ребят, и сегодня у нас что, воскресенье получается? Эта серия должна в воскресенье выйти. И я не знаю, наверное, в понедельник серия задержится, будет где-то ближе к вечеру, скорее всего, или уже во вторник, потому что я эту серию записываю еще в пятницу. На выходных
у меня, скорее всего, не будет дома. Я записывать не смогу, наверное. Чё, рейтинг 70 был, на 9% поднялся только. Воу-воу-воу, это мои фотонки, наверное, да, с моих этих летят? Ксенонский. С моих кораблей сзади. Так, ну тут вот Ай одинокий. Или нет, тут они далеко кажутся, во всяком случае. Так, тормозим, даем даже задний ход и ждем подкрепления мои. Ай в цель выделили, по идее должны все вот эти кораблики лететь и уничтожать Ай. Хотя этот куда-то за этими полетел. Хоть бы догнал, я не знаю, кого-то. А то что-то не дело же совсем. Внимание, ракета. Так, уже мы практически на дистанции ракета. Выстрелов, поэтому посмотрим сейчас наверх. Внимание, есть ракета. Там что? Никого не видно. Никого. А, о-о, хорошо. Это сейчас, может быть, будет интересно. Давайте мы вправо дадим немного. И уже Гаусс пошел стрелять. Мы подлетать ближе не будем. Мы его как бы привлекли внимание. И будем сейчас просто маневрировать вокруг него. И будем надеяться, что он сейчас как-то с бочиной из 10 орудий не зарядит по моему этому. Так, москиты сбивают его ракеты. Фотонки внимание, пошли ракета. Уже. Внимание. Внимание, ракета. Хорошо. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Получай. Давайте я сейчас тоже боком развернусь, чтоб... Нет, наверное, другим боком. Вот этим. Давай. Вот этим боком, чтобы видеть мои кораблики. Вот этим боком к нему развернемся. Он уже тоже... Похоже на Гаусс, да? По-моему, точно таким же стреляет, как я по нему. Так, правый борт, давай. Залп хороший. И Ай уже уничтожен практически. Этот бы еще повернулся, и чтоб боковые орудия тоже начали стрелять, было бы хорошо. Но, в принципе, и так-то довольно бодро. Остальные, может, сейчас еще подлетят, пока мы тут крутимся, да? Возле этого. Может быть, на следующего Ай мы полетим большой толпой, а не вдвоем. Было бы хорошо. Цель отсутствует. Бах. 86. Ладно. Допустим. Боеприпасы гауссовой пушки. О, да, он гауссом стреляет. Сколько там? Два. Ионоплазменная пушка. Я возьму. Мне пригодится. Я возьму. Так, пока разворачиваемся, чтобы видеть вот этих больших красавцев. И заберем вот эту штуковину. Внимание! Атакован один из ваших кораблей. Фортуна, Фортуна Елены. Два сетра здесь моих летают. Этот уже не жилец. А может, он успел улететь? Ну, может, мы когда-нибудь об этом узнаем. Я не знаю, посмотрим. Пока надо взять Гаусс-патрончик. А сетр 2 был, да? О, он успел, смотрите, молодец. Сейчас продаст барахло, какое там он вез, и потом на верфь полетит. Так, где там боеприпасы? Я что-то понять не могу. А, вот, вижу уже, наконец-то. Что-то больше крестика вижу. Боеприпасы гауссовой пушки. Вот наша следующая цель. Погнали. Я только торможу, опять же. А наши все где-то опять вдалеке. Надо было сразу выбрать таргет. Ну ладно, Джей это у нас авианосец. Да, он быстро растает. Но с другой стороны мы можем и подождать наших ребят.
О. Так. Наши где-то снизу немного. Так. Даже Осака летит с нами. Маневрируем, маневрируем, маневрируем. Так, поднимаемся наверх. С этой стороны вроде наших нет. Вообще только двоих вижу. Я вроде все... Все есть. Вроде бы все есть. Третий к нам подключился, молодец. Вот так вот уже смотришь и потихонечку радуешься. Цель отсутствует. 93. Ксенон, ну, вроде растет, непонятно, я его убил или нет. По идее, если бы я его убил, да, то мне бы сообщение пришло, что, мол, благодарны вам за всю вашу проделанную работу. Ух. Зенитками бомбит. Альдрин. Перевод ксенонский. Ай. Все, летим к Ай. Только надо мне сейчас так как-то подравняться с остальными кораблями и тоже включить, наверное, полный ход. Чтобы я все-таки первым был. Еще куча мелочи прилетела, но это хорошо. Я только за. Так, что-то я, по-моему, поспешил. Наши корабли где-то отстают. Внимание, ракеты. Пошли ракетные залпы. Внимание, ракеты. Внимание, ракеты. Внимание, ракеты. Внимание, ракеты. 8 километров. Гаусс у нас на 6 стреляет. На 6,5, по-моему. Внимание, или фотонки ракета. На 6,5, а Гаусс еще меньше, на 5 там с чем-то, да? Вроде от станции далеко. Осака мелкими займется, а мы вот этим большим попробуем. Я уже по нему стреляю, надо разворачиваться и... поворачивать его как-то боком красиво к нашим кораблям, к нашему флоту. Может быть, они тоже все же примут участие в его уничтожении. Внимание, ракета. Внимание, ракета. О, так. Внимание, что-то ракета. Далеко как-то очень. Во, я уже вижу двоих. И остальные мы, короче, окружаем его. Окружаем. Он, правда, тоже может со всех бортов со всеми нами воевать одновременно, правильно? Ничего ему это не мешает делать. Так. Этот внимание, стреляет. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Этот что-то как-то тормозит, внимание, по-моему, а не стреляет. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Этот тоже задом повернулся, непонятно почему. Тесненько им там пытаются разворачиваться, но что-то не выходит, похоже. Даже не стреляет по нам сейчас с этого боку. О, стоп, я тоже по нему уже не стреляю. Полный вперед. Внимание. Вот это красиво. Атакован. Вот, кстати, сейчас игра немножко зафризила.
Я надеюсь, рассинхрона не будет. Но это легко отделался наш корабль на самом деле. Очень даже легко. Сейчас Ай уже помер. Народ Земли благодарит вас за помощь в устранении этой угрозы. Ваша репутация... Все отлично. Земной. Войска. Осака. Осака. Так. Орбитальная станция защиты. Что там у нас? 45 километров. По мне фотонки, по-моему, попали, да? Так. А ну-ка, дротик. Погнали, посмотрим, что за задание предлагают. Орбитальная станция защиты. Надо сохраниться, вроде бы хорошо, пока так пошло все. Что там, куда мы сохранялись? Давайте сюда сохранимся, я уже не помню, где там какие сейвы. Так. Ну как он медленно скорость сбрасывает. Я так начинаю кодировать данные для отправки. Ну как, берете за работу? Земной корабль, скорее всего, нет, не берусь. Такой работы нам не надо. Мегалодон. Погнали сюда. Стыкуемся и... Чё, посмотрим, может быть, сейчас новые прилетят? Как мы? Что делаем? Командная консоль, флот, призыв к оружию. Включен. Пока что. И ждем. Есть первые жертвы. Все. Shift-C. Так. Всем кораблям. Давайте атаковать принято. Мою цель. Автопилот отключен. О, там, да. Все отреспаунилось. Только на этот раз 3 ай. Это будет больно. Это будет Зенон, больно, скорее всего. По-моему, только у ай вот такие вот, да, эти следы остаются. Ксенонский, М. Так, давайте глянем сейчас, что там у нас. Ноль ровно. Ну, наше что-то, да, ребята, как-то... О, пошли зенитки работать. Пошли... Фотоночки куда-то, я даже не знаю, куда он стреляет. Ксенонский, Кью. Ну, вроде куда-то стреляет. Давайте пойдем этих Кью, наверное, занимать. Так, вроде бы парочку, да, мы подбили. О, да, смотрите, когда мой флот убивает, рейтинг растет. Ну, отношение, во всяком случае, боевой. Не знаю. Но рейтинг растет. Так, по-моему, нам нужно будет сейчас внимательно следить за состоянием щита. Вот этого мегалодона, потому что он прямо летит на залп этой кьюшки. Ну, кью какими-то скромными орудиями стреляет, фотонок мало. Но если бы я стрелял, то было бы получше еще. Но я дам. Внимание. Все в порядке. Все в порядке. Следующие Кью пошли. Ксенонский. Джей. Ксенонский. Кью. Нормально, щиты у него. В
порядке более-менее. Народ Земли благодарит вас за помощь в устранении этой угрозы. Подключаемся, подключаемся. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Надо пьюшечку эту выпилить. Ой, смотрите, как он хорошо сманеврировал от первого залпа фотонок. Так. Следующий Q, вот этот, которого будем выпиливать. Проверяем состояние щитов. Вроде у всех нормальное. Более-менее. Ну, вроде пока летим. На него все сагрились, он первым был. Так, вот этот Q. Нам надо его сейчас с двух бортов бахнуть. Постараться. Давай. Спереди, чтобы и с правого боку. И вообще задний ход даем уже, пора. А то по нам тут эти уже начинают стрелять крупные кара. А я уже стреляю по нему. Не видно из от третьего лица Гаусса вообще. Фотонки хоть как-то видно, а Гаусс вообще никак. Все, теперь маневрируем. Давайте сейчас от Q избавимся. Потом от этого Джей вроде бы, да, это был. Ну, вроде раз сбоку два этих всего-то, скорее всего, Джей. Это что-то... Плохие выстрелы, Ксенонский. Плохие. Ксенонский. Есть. Джей. Следующий. Внимание! Атакован один из ваших кораблей. Сигарис! Тоже, наверное, еще больше боком развернусь. Вот так что. О! Фотонки вниз. Ныряем. Еще развернемся, может быть, так. И фотонки, может, по нам не попадут. Так, кто-то, по-моему, идет на таран. Таран это плохо. Уходи. По-моему, я сейчас из зоны действия моих гауссовых выйду, поэтому подлетим вперед. Так, вижу один, вижу второй, третий, четвертый. Все на месте пока что, хорошо. Проверочка. На всякий случай. Атакован один из ваших кораблей. Сигарис. Ну вот уже хорошо, мне уже нравится более-менее. Я уже как минимум получаю удовольствие от этого замеса. Когда не один я всех убиваю, летя спереди, а остальные просто что-то скучают. А уже хоть что-то, хоть какое-то движение. Ксенонский. Блин, они... А, стоп. Это я на их скорость смотрел, а не на дистанцию. По дистанции давайте глянем, как у нас тут что вообще. Кто ближе, кто дальше. Вот этот ближе как раз, да, по-моему? Ксенонский. 14, 11, 21, да. Так, хорошо. Тоже задний ход дам, на всякий Внимание. Случай. Атакован один из ваших кораблей. Сигарис. Да там... Все в порядке. Давайте ускоримся, наверное. Зенитки постреливают, отстреливают. Так. Надо погружаться. Пора уже, мне кажется. И маневрировать, да. Залп пошел. Двигаемся теперь. И как раз этого и мы отвлекаем на себя. А вот с этим уже будет немного сложнее. Там уже от двоих не поворачиваешься, похоже. Внимание, внимание. Они еще тоже гауссами внимание, стреляют ракета. Мелкими этими. О, так. Пора подниматься. Тут наши союзные фотонки пошли. Это радует. Сверху никого. Внимание, ракета. Давайте пока этим боком развернемся, чтобы
Бочина тоже стреляла, и потом еще. Может, повернемся другим боком, может, получится, чтобы по двум кораблям сразу стрелять. Но внимательно за щитами смотреть надо. А то... Так, маневрируем, уходим от этого залпа. Хорошо, покрутились немного. Мы тоже не попадаем, когда мы начинаем маневрировать, то наши выстрелы тоже все в молоко уходят. Так. Цель отсутствует. Ну, этого мы разобрали. Ксенонский. Следующий. Что у нас тут происходит? Где вся движуха? Я не понял. Давайте, подлетаем. Стоп. Он куда-то улетает, этот Ай. Давайте за ним. У него скорость... Ух ты, еще один... Внимание, еще один Ай и еще куча всего. Ксенонский, ну, 20 километров до этого, ладно, даже да, пусть пока еще долетит это время. А вот, ну, быстро они так отреспавнились, слушайте. А там еще и Кьюшек, наверное, сейчас прилетит целая куча. Кто вот это вот что, куда стреляет, понять? По мне? Ты по мне стреляешь? Ксенонский. Это был техничный такой маневр, да? Они отвели меня к своей подмоге. Молодцы, молодцы. Так, уходим. Двигаемся, маневрируем как можем сейчас. Если что, просто сваливаем сразу же. Так, по-моему, над нами наш мегалодон. Двигаемся по-другому как-то, стараемся. Хочется развернуться немного бочком, чтобы видеть, что происходит. Внимание, ох, ракета, там еще снизу внимание, этот. Ракета. Так, попробуем подниматься. Теперь куда вы? Почему вы все крутитесь? Вместо того, чтобы лететь в атаку, вы крутитесь и крутитесь, ну. Так, снизу мегалодон наш. Внимание, ракета. Фотонками стреляет, но, по-моему, не достреливает. Дальности, по-моему, не хватает у него. Чё ты стоишь? Чего ты стоишь? Автопилот. Так, командная консоль. Всем моим кораблям в секторе. Атаковать всех врагов. Пошли. Может, так как-то это... Внимание, ракета. Чувство они придут, а то что-то стоят, совсем зависли. Грузовой отсек сейчас содержит гауссовую пушку. Внимание, гауссовую ракета. Пушку еще одну подобрали, вдруг мало будет. Ну-ка. Еще один Ай уничтожен. Принц, блин, внимание, главное, чтобы ракета. Новые не наспаунились, внимание, это будет обидно. Внимание, ракета. Давай. Ракета. Нам, по-моему, сейчас тут не сладко придется. Уже, по-моему, не сладко приходит. Надо, блин, мы его упускаем. Мы по нему не достаем сейчас. Внимание, ракета. Ракета. Есть. Ксенонский. Л. FPS маленечко Ксенонский. Проседает. Кей. Так, Кей, это Ксенонский. Тоже плохо. Бим. Окей, это плохо. Внимание, ракета. Пора сваливать. Внимание, ракета. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. 20, пора сваливать пока 30. Что. Так, фотонки прямо внимание, мне в спину ракета. Летят. Похоже. Ксенонский. Пип. Ну, внимание, есть. Ракета. Так, мы вот ушли. Сигарис. Смотрим, как внимание. Там наши корабли. Атакован один из ваших пока кораблей. Наши щиты будут Сигарис. Восстанавливаться. Вот эта заруба была жесткая. Нас... О! Мегалодон. Да давай куда-нибудь, команда лети. Принята. Быстро. Крутись там как хочешь, давай. Давай, ты должен улететь. Фух, по нему перестали бомбить вроде бы. Давай, ты должен выжить. Ты обязательно должен выжить.
У него щиты просто отсутствует. Чуть ли не в ноль слетели. Но он, по-моему, этого Ка убил, да? Да нет, Ка вот остался. Может, это не тот Ка, может, это какой-то другой Ка. Так, летим Мегалодон на помощь нашим друзьям и смотрим, что вообще там происходит дальше. Так. Непонятно. Так, короче, по этому списку, что они делают? Надо посмотреть только по командам. Атаковать внимание. Всех врагов. Атакован. Хорошо. Один из ваших кораблей. Сигарис. По-моему, тебе тоже пора сваливать. По-моему, по нему кто-то большой стреляет. Ну, вроде он держится. Давайте посмотрим, что там у нас по статусу. 69% слуга земли. Я тормозну, наверное, пока что здесь. Нормально пока держится, смотрите, как хорошо. 72%, отлично. Но боевой рейтинг, внимание, по-моему, не растет, да, когда наши союзные Сигарис убивают. Так, по-моему, пора... Давайте мы, кстати, вот так вот сделаем. Посмотрим, кто по тебе стреляет. Внимание, атакован один из ваших кораблей. Сигарис. Слушайте, мне нравится. Они какого-то Ка точно выпилили только что. И там, по-моему, еще один Ка, да, есть. Так, смотрим. Я, наверное, к ним лечу. Вроде внимание, бы у них ракета. Все хорошо там. Более-менее. Давайте посмотрим, как у нашего... Это мы кого закидывали? Вот этого, да, по-моему, в Мегнире он сидит. Командная консоль, навигация, прыгнуть, внимание, в сектор. Давай к нам тоже. Я вроде достаточно отврат команда отлетел. Принята. Ты давай тоже к нам. Оп. Внимание. Атакован один из ваших кораблей. Сигарис. Давай в Мегнир. Внимание, ракета. Команда принята. Хорошо. Давай, 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 упрыгивай. Пора бы тебе уже свалить-ка оттуда. Молодец. Внимание, внимание, так, ракета. Следующее. Народ Земли благодарит вас за помощь. Ну я тут лечу, зенитки там сами угрозы. Справляются, вроде хорошо. Внимание, что, ракета. Всех выпилили? Нет, там, по-моему, кто-то Мегалодон. Еще есть. Кто-то еще вроде есть. Это я на себя, по-моему, смотрю, да? Да. Надо F3 нажать было. А, еще один, или К, или Джей. Так. Внимание, ракета. Еще один Ай тоже есть. Но по нему заряжают ребята наши. Молодцы. Я прям вот рад тому, что я вижу сейчас. Я думал, их там быстро выпилят. Я уже... С половиной, как минимум, щитов лечу на помощь. Выпилили, смотрите, этого. Всех, короче, выпилили. Кра, класс. Я просто вообще в восторге. Балдеж. Смотрим за этим внимательно. Внимание. О, еще спаун. Пошел. Так. Смотрим. Приказы. Команда следовать принята. За мной. Тебе приказы. Командная консоль, навигация. Прыгнуть. Давай. Команда принята. Аккуратненько сюда прыгнуть, прыгни-ка. Ксенонский. Мегалодон. Тебе, наверное, тоже пора. Я тебя в Мегнир засуну все-таки. Команда принята. Чтоб вы там на вратах не долбанулись друг об друга. Один ушел. Цель отсутствует. Второй ушел. Отлично. Молодцы. Добью Синонский. Я его? Интересно. Ай. Я думаю, добью сейчас. Летим к нему. А, тут два мегалодона. Хорошо, два сюда пошли. Окей. Теперь, я думаю, мы можем отдать команду флоту
призыв к оружию, и все сейчас ко мне должны полететь. Автопилот включен. А я все-таки, наверное, полечу. Это невиданное ранее... Вот это добью, попробую невиданное ранее несчастье. Да, они нормально прыгнули и летят за мной. У них как раз щиты тоже восстановятся к тому времени, как они долетят. Надеюсь. Ну, тут еще есть союзные войска, которые тоже будут участвовать в замесе. Ну и мелочь первая. Пока полетит, с ней тоже там повозится нормально, я думаю, будет. Вот, правда, вот это мне не нравится. Ксеновский. Целая куча кьюшек Ксеновский. Летит Ай. Перед этим, перед Ксеновский. Айом. Кью. Ладно. Ксеновский. Кью. Ксеновский. Кью. Ты будешь первым. Народ Земли благодарит вас за помощь в устранении этой угрозы. И какого-то снесли так чисто случайно. За кем они все полетели? Они полетели, наверное, за кем-то из тех кораблей, которые упрыгали, да? Мне кажется. Они на меня внимания вообще никакого не обращают. Вот. Летят целенаправленно за кем-то конкретным. Ксеновский. Кью. Это даже чудесно. Нам на руку идет. Так, давай, бочина, стреляй. Мы спешить не будем, тормозим, наверное, раз такая пьянка пошла. У нас тут есть что пострелять. Ух, хорошо. Так, ну и... Оп, тихо. Shift-C. Всем кораблям. Атаковать всех команда врагов. Все, развлекайтесь, ребята. А я полетел. А куда я, кстати, полетел? Где мой? А, вот он. Ксеновский. Ай. Ты там мне и надо. Кьюшки закончились вроде, да? Одна кьюшка осталась где-то сзади. Ну и ладно, с ней там разберутся наши, я уверен. А мы пошли этот Ай добьем. Так, кью по нам стреляет там ли? Я надеюсь, что какая-то мелочь все-таки по нам стреляет это. А не кью. Авианосец, по-моему, первый, да? Потому что у него скорость большая, самая большая. Ну да, и боковые, по-моему. О! По-моему, это все-таки кью вот-то. Надо как-то боком разворачиваться, чтобы одна бочина по кьюшечке по той заряжала. Давай. Вижу, я эту пью, где-то потерялась уже. Ваша репутация улучшилась. Это хорошо. Я надеюсь, это была она. Планетарный сенатор. Окей. Нам надо добить до восьмерочки. Хорошо, идем, в принципе. Мне нравится, что здесь пошла заруба в этом секторе. Цель отсутствует. Конечно, стоит определенно внимательно следить здесь. За нашими кораблями союзными. Что там с ними происходит, чтобы нет самое... Не потерять мегалодончиков. Не хотелось бы очень. Так, вижу всех четверых. Отлично. Все, с этой мелочью они там сейчас расправятся. Мы пока Джей присанем по дороге здесь. Давайте, наверное, полный ход к ней и полетели. Джей не страшен, по большому счету. Правда, как-то там наши так близко слишком мне не нравится. Как начнут на таран брать друг друга, биться боками. Ну, может быть, на самом деле это так кажется. Может быть, тот дальше намного, чем отсюда видно. Ну, мне понравилось. Серия получилась очень бодрая, по-моему. Довольно эпичные такие зарубы были. Хотя как-то хочется все-таки больше массовости, надо будет, наверное, как-нибудь все-таки собрать авианосец. И звать с собой авианосец с звеном истребителей, который будет
вылетать, и будет вообще просто фантастически, мне кажется. Но это чисто как расходный материал собрать эти истребители. Не больше. И не жалеть, когда они будут умирать под нашими же зенитками. Вот. Ну, в общем-то, дела идут. Я думаю, мы сейчас еще немножко повоюем. И 300 миллионов набрал, 5%. Так, да. Я думаю, что мы сейчас добьем вот этого К. Кого тут еще мы добьем? Давайте, наверное, сейчас пуп-пуп, задний ход. Надо сохраниться, пока там действительно все мои корабли целые. Вроде пока все действительно хорошо и спокойно идет. И... ну, как-то слабенько они истребляют вот эту мелочь. Слабенько. Зениток не хватает. Но, с другой стороны, опять же, там стоят только зенитки на большинстве этих кораблей. И... о, кстати, тут они тоже мимо пролетают. Стоят в основном зенитки на большинстве кораблей, у них дальность очень маленькая. Там, может, просто не подлетают на нужное расстояние корабли, чтобы зенитки заряжали полноценно по ним. Вот это нас... ой, что-то я тут наклацал. Наш прям такой сейчас шанс всех тут перебить, пока они летят себе. О, кстати, не все они просто летят. Тут по нам уже стреляют со всех орудий. Надо как-то боком становиться красиво, чтобы все бока работали. Чтобы все бока стреляли. Но не получается. Тяжело маневрировать. Так, конечно, когда перекрестный просто огонь ведется. Задний ход, задний ход, задний ход нам поможет определенно. Так, сейчас этого мы добиваем. И надо будет, наверное, свалить. Тактическое отступление нам необходимо. Народ Земли благодарит вас за помощь в устранении этой угрозы. Наверное, лучше все-таки... прыжковый прыгнуть автопилот к вратам. Включен. Автопилот? Ксенонский. Кей. Был включен какой-то автопилот? А, стоп. А, нет, все правильно. Вот, странно систему. Тогда. Фигарис. Какой там автопилот был отключен, непонятно. Как тут дела у нас? 9%. Ну, сейчас уже, да, отношения помедленнее растут. За убийство даже крупных кораблей немного нам перепадает. Немного. Но к этому кей мы летим. Ксенонский кей. Мы, по-моему, даже полетим все вместе, потому что мелочь всю разобрали уже наконец-то. Я прилетел, и все. Сразу порядок. Давайте как раз вот этих вот сейчас убьем быстренько, и на этом серию будем заканчивать. Сегодня серия покороче, потому что сейчас уже времени нету у меня. Так, пока летим. Задний ход. Где там кто? Все вроде бы далеко. Пока что. Но вроде бы все как минимум хотят принимать участие в боевых действиях. Так что все норм. Вроде бы все летят на халяву на эту.
Народ Земли благодарит вас за помощь в устранении этой угрозы. Блин, там новый уже спаун пошел. Тут, по-моему, только один что-то шарится у нас, все остальные. Уже почти в бою, почти. Пошли, будем сейчас маневрировать и уходить, разворачивать его, чтобы он красиво там как-нибудь стал. Хотя, блин, он, по-моему, целенаправленно сейчас идет к этому. Ну, смотрим на его прочность, если что. Никто не хочет из вас развернуться там, может быть. Я понимаю, красивый кадр и все такое, но пора, может, разворачиваться. Алло. Внимание. Атакован один из ваших кораблей. Сигарис. Если залп из всех орудий он еще переживет в лобовую какое-то время, во всяком случае, тот таран он точно не переживет. Давайте сейчас развернемся. Вот так вот. И второй бок подключим, может быть. Бок? А, дальности не хватает. Мегалодон. Этот тоже только одним боком стреляет. Ну, в смысле, передом одним. Все, сейчас он быстренько разберется. Атакован один из ваших кораблей. Сигарис. Живет, хорошо. Я думал, придется его все-таки эвакуировать. Но нормально. Нормально. Все. Это куда он полетел? Тут, наверное, тоже какой-то спаун был или что? Непонятно. Так, смотрим, как у нас тут дела. 12%. В общем, добить будет уже несложно, я думаю, я не на запись, может быть, вечерком как-нибудь посижу, но на выходных, да, вечером у меня немножко времени будет. Когда записывать я не смогу, но поиграть. Немножко ночью смогу. Вот, поэтому рейтинг мы поднимем на вот этих вот замесах. И дальше будем проходить сюжетку. Будем мирить. Уже быстрее хочется перемирия, чтобы эти боевые сектора исчезли с карты. Вот. Ну, да. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.